я считаю, что ты не прав, ты так неправильно делаешь. Вот так затягиваешь, слушай, и вот сюда прикрепляешь. Вот неправильно ты так делаешь. Почему? А потому что вот такие палочки, они будут так вот джин-джин так в разные стороны. Хорошо. Так двигать. Хорошо, за палочки сперва как-то вот так вот закрепить, вот так за вот палочку, и потом присоединить. Надо сначала за палочку. За палочку. Хорошо. Потом это вниз. Каприз у меня такой. Хорошо, спасибо. Да, подожди, так нахера нам? Тогда давай здесь не закреплять, а сверху закрепить. Я считаю, что надо, мне кажется, протянуть эту веревку. Так же самое, как эту куртку. Так нахера? Ты вот так вот, ну, в смысле вот так вот, ну, да. Поверху. Сейчас, подожди, сейчас. Не вытягивай. Зацепка есть, короче. Есть. Вот, а теперь это... Здесь берешь, делаешь петлю, наверное. Петлю делаешь? Вот так. Может, вот, смотри, мы так зарубочку такую ножичком сделаем? Какая зарубочка? Смотри, как сделаю. Раз. Вот так вот, давай я сделаю. Вот так вот? Нет, не так. Эй, а как, эй, блядь, дай сюда мне конец веревки. А тебе зачем ты кричишь? Вот. А вообще... Возьми вот так. Зачем вот. Меня вот так вот заверни и одевай, слушай. Вот так вот просто заверни. Вот так одевай и вниз потянешь, да? Вот так вот одевай и вниз потянешь? Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Так вот? О, да, теперь вниз тяни, затяни там хорошенько. А-а-а. Понял, бля? А я не знал, что ты моряк. А я не моряк, я сам охерен такой. Теперь беру. Теперь надо вот туда, вот сюда, в эти палочки, чтобы поставить, чтобы она не падает. Потому что это палка. Вот эта палочка лично. Опа, опа. Я вот понял, слушай, будешь держать, и рядом побежать такой. А нет, блядь, молодец. Ты про это вообще ничего не говорил вообще. Так сказал же! Делаешь точно такую же петлю, слушай, затягиваешь так вот. Два раза петлю делаешь, так правильно, запомнил, да? Два раза. Мальчики! Что?